Так, всем привет, меня зовут Кирилл Рыбасов. В этом видео я хочу рассказать про еще одну убойную идею, как убить продажи вашей компании. И эта идея заключается в том, чтобы на прием входящих звонков и на обзвон заявок, которые вы получили с сайта, посадить новичка. Вот буквально вчера, позавчера он только пришел, ничего не знает ни по продуктам, ни как продавать, ни корпоративную культуру вашей компании, ничего не знает. Вот именно его нужно посадить на продажи, чтобы именно он сидел и прозванивал вот новых клиентов, работал с ними и так далее. Почему? Ну, потому что, ну, представьте, если это будут делать профессионалы, да, если это будут делать те люди, которые имеют опыт, которые разбираются и так далее, они сразу увеличат продажи вашей компании. Вот этого нужно максимально избежать. Садите каких-нибудь молодых девушек, которые вообще не имеют опыта в бизнесе, молодых пацанов, которые только университет закончили, то есть по максимуму зеленых, которые ни в чем не разбираются. Если вы это сделаете, то отлично, у вас однозначно пойдут продажи вниз. Однозначно. Это рекомендация, которая работает гарантированно. Я уже про несколько способов, как убить свои продажи, рассказывал. Самый крутой, понятно, в этой ситуации вообще не прозванивать заявки и не брать телефон. Это вот один из самых мощных, да. Но если вдруг все-таки вы не можете его внедрить, и вам надо как-то отвечать на телефоны, надо обзванивать заявки, то тогда, конечно, садите новичков, которые не разбираются и не умеют говорить слово «добрый день», «спасибо», «пожалуйста», «не представляются», ну, то есть пожестче, ну, пожестче, чтобы такой, знаете, с говорком, гэкали, или лучше, например, подключить ребят там с каким-нибудь акцентом, да, там у нас есть же наши друзья, да, из других стран, которые хотят работать в нашей стране, почему бы и нет, давайте поможем им, возьмем на работу, и обязательно, чтобы у них, ну, русский язык был не natural, не основной, да, чтобы они плохо говорили по телефону. Вот это, наверное, будет самое замечательное. Самое классное, если вы это внедрите, и на звонках у вас будут новички, плохо разговаривающие по-русски и ничего не понимающие в продуктах. Если вы это сделаете, я могу вам гарантировать, что ваши продажи пойдут вниз. Ну, конечно, друзья, это все шутки, конечно, шутки. Для того, чтобы увеличить ваши продажи, нужно делать по-другому. Потому что никто не хочет, чтобы продажи падали. Все хотят, чтобы продажи были, росли. Поэтому рядом с этим видео находится ссылка. Это ссылка на группу, нашу группу ВКонтакте. Переходите на нее. Как только вы придете на группу, там есть такая форма написать сообщение. Напишите сообщение со словом «сотрудники». И мы вам отправим пару хороших обучающих видео о том, как же научить ваших сотрудников, как же сделать их профессионалами, как сделать так, чтобы они правильно отвечали на вопросы клиентов. И, естественно, все это приводило к продажам. То есть это способ, как с помощью обучения ваших сотрудников, с помощью того, что вы сделаете их экспертами в вашей области, увеличивать ваши продажи. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Отличного настроения. Пока-пока.